нужно обкатать корабль на всех видах промысла, поэтому я полагаю, у нас будет цикл полностью год. Вот, на всех видах, я имею в виду лосось, сайра, сельдь, мента и так далее. Вот как раз полностью цикл займет год. И через год, я полагаю, что мы вернемся. Надеюсь, с успехом. В данный момент вспомогательные двигатели. Балластная система. Для выравнивания крена. И параметры способны. Ну, тут как вы работали в то время. Можно в ручном режиме так фиксировано. Рыба поступает в приемные бункера аккумуляционные, если надо, охлаждается. Дальше идет подача на разделку, здесь разделывается и идет дальше ниже на укладку, где укладывается в консервы. Проведенный ремонт, восстановление судна. Был непростой ремонт, я имел возможность наблюдать.